Приветствую вас, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе». И сегодня на распаковочке у нас смартфон. Смартфон HomeTom HT7. Заказывал я его. Заказывал на AliExpress в разделе Mall. Заказывал 8 числа. Смартфон я заказывал именно жене. Значит, пришла вот такая посылочка, по кругу обклеенные скотчем. Я сначала испугался, но смотрю, вот эти этикеточки наклеены поверх скотча. Значит, ее сначала закрутили, потом уже наклеили. Оценено в $14.25, вес 315 грамм, хотя уже взвешивалось 459 грамм. Ну, вот так вот запаковано. Давайте приступим к распаковке. Да, не режется, хорошо запаковали. Хороший у китайцев скотч, качественный. Значит, покупал я его за $50. $4000. Сейчас он еще подешевел немножко, поскольку курс доллара падает. Вот такая вот коробочка. Без опознавательных знаков, чуть помятая, но ничего. Идем дальше. Стараемся поаккуратней. Это убьет. Да. В этой коробочке еще пакетик. Как хорошо продавец запаковал-то. О. Да. Так вот. Так вот. Самое главное смартфон. Самое главное смартфон. Да, смотри, как тут еще пакетик запакован. И здесь что-то заклеено. Да. Давай аккуратненько открывай. Мастер аккуратненько. Мастер приступил к работе. Аккуратно. Тебя не видно, ближе двигайся. Двигайся ближе, открывай. Вот он. Вот он. Вот он. Давай посмотрим, покажем. Вот такая вот коробочка здесь. По нему описаница. Здесь логотипчик HomeTom. Все, открываем. Вот здесь вот открывай. Да, наверх поднимается. Поднимается. Вот, вот сам смартфон. Вот он. С пленочкой уже. Да, нет, но эту пленку мы сейчас снимем. Давай кратко пробежимся по комплектации. Значит, в комплектации идет зарядочка. Зарядочка под евророзетку. Вот это вот переходничок, так как у HomeTom штекер на наушниках чуть длиннее. Я написал продавцу, он мне написал, что все исправлено. Ну вот, исправлено, это походу они ложат уже штекер сюда. И USB-шечка. И USB-шечка родная, потому что USB у HomeTom тоже почему-то длиннее. И инструкция. Да, мануальчик. Мануальчик присутствует. На каких языках-то? На английском. На английском. Мануальчик на английском. Ну что ж, я думаю, не стоит пробовать включать, потому что наверняка запаяно. Так вроде ничего не скрипит. Сборка нормальная. Попробуем открыть. Наверняка заклеенный аккумулятор. Это 100%. Потому что они заклеивают. Сколько я смотрел у других обзоры. Они заклеивают аккумуляторы. Аккумулятор здоровый. Заявлено на 3000. Но произведем замеры. Посмотрим, сколько на самом деле. Так, под две сим-карты. Под микро сим-карты. И под CD. Под карту памяти. Значит, заявлено у него 1 гигабайт оперативки и 8 гигабайт встроенной памяти. Но будет, я думаю, не 8, будет меньше, потому что сколько-то займет на себя система, но это не страшно. Потому что... Так, все закрываем. Потому что вставится еще карта памяти. Эту пленку мы отклеиваем, она не нужна. Мы никуда перепродавать его не собираемся. Включаем. Зарядное устройство. Да, и зарядное устройство. Включаем. HomeTom. Только потом выключим. Зачем мы сейчас симку поставим? Все поставим, чтобы у нас любимый жен проснулся уже. А, да, кстати, здесь еще сверху наклеена, не знаю, видно вам, нет, друзья, наклеена еще и пленка, еще дополнительно защитная, я правда ее не знаю. Видно, потому что она неровно наклеена. Да, стекло это или пленка, вот что мне интересно, потому что я заказал еще... Это пленка. Пленка? Нет, может быть стекло тонкое, ну ладно, это мы разберемся. Так. Сейчас полночь, не да? Удивляйтесь. Полночь, не удивляйтесь. Ну давайте быстренько по настроечкам. Настроим сначала язык. Я так понял,
Телефон многоязычный, мультиязычный. Language. Только он английский. Ну, он сейчас на английском, да, мы сейчас поставим на русском. На русский. Так, есть, да, есть русский язык. Так, отлично, Богу. Подключимся к Wi-Fi. Как он ловит у нас Wi-Fi? Дай я. Дай ты. Ну, на ты, пароль вводи. Показываю. Получение IP-адреса подключено. Отлично. Подключились мы к Wi-Fi. Так, давайте кратенько пробежимся, что же мы тут имеем. Несколько рабочих столов. А это не рабочие столы, это, наверное. Так, вот. Да, это несколько рабочих столов. Здесь музыка. Здесь настройки. Но это все настроится уже. В дальнейшем будет настраиваться. Довольно-таки оригинальненькое меню. Настройки. Пробежимся кратенько. Значит, экран 5,5. Звук здесь сделано два динамика, но работает только один. Давайте мы сейчас попробуем что-нибудь из звука включить, чтобы послушать звук уведомления. Так, общий, настроить рингтоны. Довольно-таки громко, причем довольно-таки сильно громко. Что по работе? По работе заявлен процессор МТК-6580. Телефон работает в 2G и в 3G сетях. Что еще? Камера. Так, что мы можем сказать по камере? Камера 5 мегапикселей, интерполяция до 8 мегапикселей. Фронтальная камера 2 мегапикселей, интерполяция до 5 мегапикселей. Нормальные фотографии. Давайте попробуем что-нибудь сфотографировать, как это будет выглядеть. Фокусирует нормально. Да, фокус по табу работает. Ну как у меня, короче, фокус. Так, не, нормально фокус. Фотографирует. Что еще хочу отдельно выделить? Отдельно по дизайну. Очень хороший дизайн, симпатичный довольно-таки. Задняя панель сделана, чтоб с руки уже не выскользнет. Значит, вот такой вот смартфончик, довольно-таки хорошего качества. В принципе, мне в нем все понравилось. Будем смотреть, что, как. Единственное, не понравился браузер. Надо будет качать, наверное, Google. Браузер какой-то непонятный. И убрать лишние иконки. Так, в принципе, достойный смартфон. Заявлен IPS-емкостный экран разрешением 1280 на 720. Углы обзора довольно-таки хорошие. Великолепный. Ну, я думаю, для бюджетного смартфона довольно-таки достойная версия. По-моему, все отлично в этом телефоне. Будем смотреть, как будет работать дальше. Сделаем позже обзорчик. Пока вроде все. Всем спасибо. Всем пока.